Добрый день. Это спортивный клуб «Аками», город Одесса. Видео специально для группы «Только уличные драки». Сегодня мы покажем вам прием «Flying Combat» своим ассистентом Александром. Этот прием выполняется за счет того, что вы чуть-чуть вытягиваете своего противника вниз и на себя. Ваша правая нога входит ему в ребра. Левая делает круговое движение вокруг головы, закрывает замок. Значит, сейчас делаем эту технику медленно, потом быстро. И теперь немножко быстрее. Также покажем вам прием ухода, когда вы находитесь в нижнем гарде. Ваш соперник Batman position на ваш и делает проход на удушающий на шею. В этой ситуации первое, что вы должны сделать, когда его рука заходит, это вытянуть его локоть вниз, подхватить плечо и сбросить его вперед. Дальше движение, даже если он прижимает вас к себе, должно быть вот таким. После чего вы фиксируете кисть, свою левую руку ставите возле его головы, чтобы предотвратить кручение. Можно прихватить за плечо. Его локоть выходит вверх, и сверху вы на него давите. При этом здесь вес вашего тела идет на него. Второй вариант ухода, перехода в атаку с этой техники начинается так же, как и первый. Но в дальнейшем вы работаете на разрыв руки, подхватываете колено, чтобы он не ушел, и закрываете замок. При этом, подняв свою грудь, вы делаете болевой. Спасибо, это был спортивный клуб «Аками», город Одесса.